Это последнее видео в этом году. Обернувшись назад, я могу вспомнить многое. Немного путешествий. Концерт моей любимой группы. Всем известное явление, которое изменило наши жизни. Формирование белорусов как нации. Новые знакомства. И, конечно, много работы. Оглядываясь назад, я задаю себе только один вопрос. Кто я? Кто я? Кто я? И какой след останется после меня? За год аудитория моего канала выросла на 3000 человек. Много это или мало, решать вам. Но главное, что вырос и я в своем стремлении поднимать качество контента и придумывать что-то новое. И нас с вами ждет много всего интересного в следующем году. Я в это верю. Ведь если у человека есть цель, и он к ней идет, то ничто не сможет остановить его на этом пути. С Новым годом! Верь в себя, и у тебя все получится.